Одна. Давай. Один. Вперед. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да. И обратно. Раз. Два. Делай. Восемь. Давай. Теперь смотри. Давай. Вперед. Левая. Назад. 20, 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 20
статическом, недвижимом положении. Потом второе. Потом второе. Например, напоминание Илья Муромец, как мне рассказывал, чтобы он мог в 33 года, кстати, пройти от чуда, которое с ним совершили. Ему надо было подготовить хотя бы мысль через гимнастику лежачую. То есть он не ходил, и вот эти действия, наверное, ножки за собой потаскать, покувыркаться, протянуться, ручки натянуть. Вот эти вот тик-тик натяжения, все делалось. В ДЦП с людьми, когда проводим занятия, там также там тело скрученное. То есть кто-то, например, даже когда поднимается, вот так, ну, покалеченная там спина, да? Вот поднимается, все убирает. И вот он как есть положение вот это, да, вот люди, как есть, они так пить. Вот это напряжение, сам каркас создается. Чего животом? Я вам акцент сделал. Идет выдох. Система, да, как вы делаете? Через выдох снимаем, через дыхание. Смотрите, вот туда. То есть ты выгоняешь полностью весь воздух? Я выгоняю воздух, все стану лапами, а потом получается такой момент. Я выдохнул. Чтобы еще и здесь сжатие было пальца. Ножки между собой сжимаются и вытягиваются. Спина, напряжение, лопатки разводятся. Задержка дыхания. На вдохе мы выдохнем. Смирно, да? Надеюсь. Смотрите, просто. Встала, и для этого не обязательно много качаться, там что-то делать. Это не разрушающие суставы гимнастики. Это же укрепляющие все шеи. Такие же занятия. То есть банально, да? Закатывать, можно. Это комплекс воина, который потом смирно переходит. То есть мы каждое действие, натяжение, расслабление. Но в это время ты все время напрягаешься, получается, на прессе. Вдох, выдох, да. Смотрите, в какой-то момент напряжение не очень сильное, мне не очень даже тяжело напрягаться. На выдохе. А потом уже перерастает, например, всякие уже действия болевого характера. То есть, а уже это перерастает в пляску. Это все домашнее задание. Банально. Не-не-не, пропускай. Сто раз отговариваю. Утром я просыпаюсь, не гляди. Утром я просыпаюсь, не посадил проснуться. Смотрите, понятно было. Сколько? У меня есть 5 минут на подъем, допустим, да? Вот я проснулся, глаза открыл, прям потянулся. То же самое, но с ручным поделом. Ты же качнул. И поехал 50 раз. Можно 25 на одну, на другую. Или 50 вообще, поехали. Натяжение вверх на спине, на боку, на боку. Натяжение, как смирно, только руки себе. Как смирно, поехали. Раз. Можно сжать кулачки, можно пальчики раскрывать. Сжать кулачки, пальчики раскрывать. На ногах так же. На ногах так же кулачки делают. Если позволяет объем кровати, включиться себе, то кулачки на живот. На живот. Вот сделали первое вот это действие. Потом смотрите, следующее действие, только мы проснулись, пробуждение, вот только мы проснулись, спокойно на кровати отодвинулись по середке и ножки закинули. Сюда это будет тяжело сделать, но надо поделать. Ножки закинули, сейчас тоже давайте поделаем. Ножками прокрутили,
получилось, если завалить ноги за голову, то хорошо. Просто за голову завалить. Не бойтесь, не улетите никуда. Не бойтесь, не бойтесь. Фактически, вот этого будет достаточно, чтобы проснуться. Ну, соответственно, когда вы ножки завалили, потом там же наклончик вперед, все, это же кровать, 5 минут исходит. Все, мы запустили покупки, мы запустили всю эту сушку, совсем уже цирк пошел делать. Для ежедневного состояния поддержки, хорошего состояния, достаточно, что мы делаем как смирно. Вот мы делаем смирно, значит, ты не хочешь полиции, но призрак там на службе, ну, чтобы не обращать внимания, что 12 делаешь. Сидя тоже можно делать, но тогда не запускается энергия. То есть встал. И все, и понеслась. Так, энергия такая пойдет. Потом следующий уровень уже с протягиванием. Ручек с протягиванием вот даже покруче, потом следующее идет движение. Вот условно, мы сейчас, например, мы сделали момент, поработали с ножками. Вот что я сейчас хочу, чтобы мы сделали. Сейчас мы поинтереснее, в чем чушь. Под музыку, под пляску, да, под композицию. Мы сейчас из веретенышка. Вот это действие тоже, смотри, его можно дать вариант. Да, движение, движение должно быть. Бьем об себя. Да. Об живот, об грудь. Молодец. Меня достаточно члены банки, поэтому я тоже стал внутренним. Нет, просто все, покажешь. Взял. Мне важно состояние, чтобы поймали сейчас. Животы втянули. Короче, шаг завяжи, либо поменяй. Потому что они прям не летят. Это самый тяжелый, который я нашел. Знаешь как, смотри. Они на тебе не застегивают? Следующая пара. Застегивают? Почему? Давай. Нет, зачем? Она застегивает. Потом я еще не застегиваю. Давай, подстегивай, да, чтобы не отвлекались. Пусть и получается супер тяжелый, полегче одеть. Да, понятно. Да. Потом. Долго. Не делай. Ждешь, когда тебе хочется пошли. Потому что я ускорился. Это мы сейчас делаем с пустой рукой. Делаем так, чтобы там грузить. Потому что пустыми руками можно больше делать. У тебя должно быть ощущение, потому что сами кажется. Нет. Да.
готов? Сержон. Сопротивляйся. Вот. Когда у нас Конор Макгрегор бьется? 7 утра осталось. Через 12 часов. Ну что, за ирландцев, за дикого ирландца поддержим. Следующее, друзья мои, давай, молодец. Смотрите, сейчас задача на носочках, все время на носочках. Мы начинаем, когда мы принимаем носочки, мы коленочки натягиваем. Это очень важные, но это базовые, основные упражнения для ясли, основные. И для вообще, для здоровья. На носочках мы также ходим. Короче, шаг, семенин. На носочках натянут. Разрешается мозг подзагрузить так, чтобы мы крутились еще вокруг себя, раскручивали. Сейчас, Серёжа, подряд крутится следующий. Семеним, семеним. Серёжа, колено извините. На вытянутых ногах, Стасян. У меня просто в штанах коленки оттянуты, и мне кажется, что они вытянуты. Натяжение, как струна. Семеним. Семеним. Держим, держим, держим. Ага, там вообще одно происходит. А здесь другая игра. Носочки, носочки натянуты. На пяточках. Вот сейчас точно колени распрямлены. То есть мы как бы легонечко будем делать несущие движения. Если получится еще и менять положение ног. Нет, посмотри, видишь, я как бы жестко поставил. Грудь вперед, животы втянули. Молодцы. Так, внешняя сторона стопы. Так. Вытянутыми. Да-да-да, коленочки натянули, да-да-да. Внутренняя сторона стопы. Спяточка на носочек.
Смотрите, вот мы дошли до суда. Здесь я дошел до суда. Еще один здесь, можно повторить. Это может быть выход, может быть даже да. Срезаешь, срезаешь. Углы подрезал, подрезал. Да, 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 да. По кругу, по кругу пошел, да. По кругу, по кругу. Пошел. Молодец. По кругу прошел крутиться, да. В другую сторону, например. Следующее надо. Прокрутим здесь. Очень хорошо, мужичок тренирует. Красиво. Давай, давай. Давай. Так, композиция поменялась, хорошо. Следующее, я и отдых, и немного руки подготовлю горизонтальный. Сейчас что сделаю? Такой замах, глубокий замах за шею и за голову. Глубокий замах поделали. Глубокий прям, да. Как бы... Рассекли, рассекли прям. Здесь этой подбитой лобанул. Да. Вот смотрите, сделали. Теперь пошло действие такое. Горизонтально, снизу. Обраточка. Да, снизу вверх. И вот так, да. С обратной делаем укладочку. Да. Раз. Снизу вверх. Знак бесконечности, если уж молодец. Молодец, да. Только смотри. Начинай подрезать резинчиком, как будто бы ты на кромку ножа, на острие вводишь, рубанул, ушел сюда, и здесь другой угол. Молодец. Молодец. И под... Да, Васильевич, поехали. Это называется восьмерка горизонтальная, обратная, ну, снизу вверх. Рубим в горизонт.